В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике Херсонес-Таврический открылся 11-й славянский форум изобразительных искусств в рамках фестиваля «Золотой Витязь». В день открытия известный российский художник Сергей Андрияко представил выставку своей Академии акварели и изящных искусств «Три сестры. Преемственность поколений». Экспозиция знакомит почитателей живописи с работами дочерей мастера – Софии, Елизаветы и Марии. Появлению Академии предшествовала деятельность школы живописи, которую также основал Сергей Андрияко. Причем мы Академию, ну, так сейчас называем, Академию акварели и изящных искусств. На самом деле, ей всего, она с 12-го года приняла студентов. Только с 12-го. Учесть, что 6 лет учится, у нас только в этом году был третий выпуск всего лишь. То есть мы молодые-премолодые, совсем молодые. На протяжении многих лет в своем творчестве художник придерживается классических традиций великого русского изобразительного искусства. У нас одна задача – это работать в системе традиций. Традиции – это жизнь. Отсутствие традиции – это смерть. Вот мы в данном случае здесь стараемся как-то это все сохранить, ну, преобразить человека, открыть ему глаза на мир, открыть ему на ту красоту, в которой он живет. Старшая дочь художника, который известен не только в России, но и в странах Европы, преподаватель Академии акварели и изящных искусств. Младшие студентки. В их творчестве представлены самые разнообразные жанры живописи, от натюрморта до портрета. Вы, я думаю, найдете в себе что-то созвучное, светлое, доброе. То, что волновало художников, молодых художников. Выставка «Три сестры. Преемственность поколений» экспонируется в Малом Византийском зале Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес-Таврический. Посетить ее можно до 14 октября.